Саженцы магнолии Суланжа александрина, элекзендрина, декоративный куст с максимальной высотой 5 метров, в теплых регионах вырастает до 12 метров и напоминает дерево. Ствол покрыт гладкой корой серого оттенка. Молодые побеги, коричневые, а более взрослые, становятся сероватыми. Куст покрыт большими листьями, их длина примерно 15 сантиметров. Верхняя часть гладкая, зеленого цвета, а нижняя покрыта бархатом. Цветы имеют очень слабый аромат, зато радуют глаз своим обилием. Распустившиеся бутоны достигают до 25 сантиметров в диаметре. Лепестки магнолии внутри белые, а снаружи могут быть разных оттенков, от розового до пурпурного. Магнолия Суланжа александрина – это кустарники высотой 500 сантиметров с типом роста, среднерослый, диаметром 200 сантиметров. Цветет растение в месяц май, апрель. Аромат у цветов приятный, нежный. Окраска цветка розовый. Размер цветка этого прекрасного растения достигает до 15 сантиметров сантиметров. Лист растения по форме обратно яйцевидный. Весной листва по цвету зеленый, летом листва зеленый, осенью листва желтый. У растения нет шипов. Важно, что магнолия Суланжа александрина самоопыляемый, обоеполый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.